окончательного обезоруживающего удара. Словом, риски не снижают, а возрастают. Всегда панацея, конечно, нужно это признать. А во-вторых, в большинстве случаев они абсолютно исчерпывающие, готовые рецепты. Я считаю, что эти выборы, они совершенно нелегитимны, абсолютно. Поэтому участвовать в них просто бессмысленно. Вот, я бы, конечно, не поехал, тем более, что я считаю, что я севастополец, и никакого отношения к чужому государству теперь уже в данный момент я не имею. Мы победили фашизм, но фашистующие элементы остались на Западной Украине, которые ненавидели русских. И вот расцвело все буйным цветом. Надо было раньше бороться с остатками фашизма.